Российские боевые самолеты за минувшие сутки совершили 55 боевых вылетов и нанесли удары по 60 объектам Исламского государства и фронта Ан-Нусра в Сирии. Бомбардировкам подверглись цели в провинциях и населенных пунктах Хама, Латакия, Дамаск, Алеппо, Идлиб и Дейр-аль-Зор. Вместе с тем, Дамаск опроверг присутствие в Сирии сухопутных войск России. Сообщается о некоторых СМИ об участии российских подразделений в военных операциях сирийских вооруженных сил на земле. Командование вооруженных сил страны назвало пропагандой и ложью. Об этом информагентству САНА заявил незваный сирийский военный источник, который также подчеркнул, что военная операция России ограничивается воздушными бомбардировками террористических укрытий, командных центров и складов оружия.